Борис Олегович, но если судить по результатам предыдущих встреч «Спартака» с «Витязем», можно ли сказать, что «Витязь» для «Спартака» не очень удобный соперник? Да нет, игра на игру не приходится, да, допустили много ошибок в той игре, поэтому все разобрали, готовы на 100%, игра покажет, кто сильнее. В прошлой встрече «Спартаку» не удалось найти ключ, чтобы все-таки пробросить голкипера «Витязя» Максиму Дорожко. Как планируете переломить эту тенденцию в сегодняшней встрече? Ну, надеюсь, сегодня найдем эту тенденцию и попробуем забить больше на одну, чем соперник. Поэтому готовы, заряжены, выходим только на победу играть. Как себя чувствует Максим Цыплаков, когда мы его увидим уже на льду? Ну, я думаю, что в ближайшее время уже на подходе. Надеемся, что от игры к игре будет в составе. Поэтому начал тренироваться с общей группой. Ну, еще есть легкие боли, поэтому не торопим события. Самое главное, чтобы он был готов, здоров на 100%. Спасибо вам большое. Спасибо.